Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на новую Леди Лео. У меня была первая с ремочкой. Я поменял ремку на бог войны, прокачал. И, честно говоря, очень даже неплохо мне зашел этот герой. Именно с богом войны, так как у нее встроенный бастион. Плюс бог войны, у нее получается нехилый урон. На 12-м скилле, плюс еще две зоны сносит все. Так, давайте посмотрим статы. Ну, 12-12, урон равный 120% от атаки. Не одна цель, а уже две цели. И всем противникам вокруг, каждых 0,5 секунд, в течение 3 секунд, наносит урон. Также оглушает их на 2,6 секунды. Имеет встроенный талант Бастион. Кулдаун 3 секунды. Бог войны дает еще дополнительного с 90% к атаке. Будет стоять на ней ангел для теста. Рунами ремочка, топор. На ней стоит передача энергии, которая увеличивает атаку на 20%. Также понижает атаку цели на 5 каждую секунду. Так, ну, давайте затестируем ее в рейде сначала. Герой дальник. Видите. Так. Давайте сейчас пару рейдов и покажу ее статы. Очень большой плюс то, что она дальние атаки. Ну, сами видите, как она все сносит. Так, ну против Фрея она тут не выстоит. Ну, тут попробуем скинуть. Видите, да, одержимый череп. Одержимого слила с одного залпа. Ну и черепа один раз слила. Так. Плохо тестировать против баз со стрелками, но ничего не сделаешь. Вот видите, как центр разобрала. Практически убивает всех героев. Так, вот тут вроде стрелка нету. Ну, практически разобрала хранителя Теку. Как видите, по урону очень круто смотрится, особенно под бафами. Герой больше для PvP режимов. Давайте посмотрим ее статы. Что у нас есть? Ну, атака в районе 16 500. На максималке жизнь, как видите, у нее 300 тысяч, плюс бастион еще встроенный, то есть она такой средний танк.
Скорость атаки небольшая, скорость движения средняя. Но благодаря 12-му скиллу, так у нее появилась еще дополнительная одна зона для атаки. Она очень хорошо заходит в забытой битве, очень кайфово смотрится в лабиринте. Вот смотрите, что она сделала. У нас остался один череп. Не попала зона в черепа. Не успеем или успеем. Сейчас посмотрим, сможет ли она его снести или нет. Нет, все-таки немножко в другую сторону ударила. Ну, как видите, всех остальных она снесла. Очень круто смотрится она в лабиринте, в забытой. Уже не раз тестировал. Сейчас мы пойдем в забытую. Так, это мы Варлока тестировали с Бастионом. Сейчас мы поставим Леди Лео. И сюда поставим малыша Ника. Так, и надо посмотреть на дереве. Да, на дереве ремки нету. Так, ставим ремочку и потестируем за бетой. Вот малышник ультанул, вот она кинула свой скилл и фактически она их всех и снесла. Возьмем противников посерьезней. Бигфут, Афина. Вот опять она ударила. Как видите, они стоят в стане, то есть около 3 секунд. Они станется. Так, ну тут мы сейчас сольемся, конечно. Я, как обычно, ленюсь выставлять руны питомцев и все остальное. Так, давайте попробуем против этой пачки с РСом. Вот малышник. Не успела, вот странно, что-то затормозила она. Не успела ударить, как-то непонятно. Хотя мы их застанили, вроде заморозили. Все равно не получилось. Бывает, герои просто тупят. Подходят и стоят там секунду, ждут чего-то. Шесть просто. Так. Ну-ка, давайте еще разок потестируем. Вот, видите, сейчас она нормально сработала. Как-то странно.
Ну, всю пачку раздала фактически одна. Самое главное дать ей первой ударить. Она благодаря двум зонам просто будет станет всех героев. Тут их 5 всего. То есть все по-любому попадают в стан. Биткоин. Ну, давайте тут попробуем. Ой, тут такая пачка. Да, Ронин тут не даст нам. Даже дерево резнулось, все равно не успела нам ничего сделать. Ну, смотрится она очень круто, особенно в лабиринте я бегаю. Поставил ее вместе с Медузой и реально не жалею. Очень круто. Они вдвоем показывают себя. Медуза плюс дополнительно помимо стана, она еще снимает энергию. Так, есть. Побежали дальше. Давайте посмотрим на нее в экспедициях. Что она в экспедициях покажет? Так, выбрать. Ну, как видите, урона у нее хватает. Здание разносит. Так, ну. Купидона у нас тут нет, чтобы зарядил. Ну, 32% уже набрали. Так, Анубис. Вот так вот. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, убилось, жалко. Но, как видите, по урону. Вот опять дала стан. Ее зональная атака реально очень круто смотрится, особенно с богом войны. Так, хорошо, давайте потестируем еще ее в королевской битве. Вот видите, она сразу же с одного залпа половину жизни героям снесла. Кулдаун маленький получается. Стан очень часто проходит. Вот у нас остался только Анубис. Вот Анубис, кстати, может ее снести. Хотя вряд ли. Вот смотрите, стан. Набрала энергию и опять стан. 2,6 секунд стан, кулдаун 3 секунды. Это неплохо. Затащила. Давайте против обычных пачек посмотрим. Вот они все в стане. Без проблем. Единственное то, что она не набирает так быстро энергию за 3 секунды. Если она будет все время заряженная, плюс там еще будет малышник, либо капитан Дрейк. Вечный стан будет. Так, ну давайте еще какую-то пачку разберем. Ой. Ну, крита хватает. Ну, тут хорошо заметно, как она их станет всех. Смотрите, там только один бог грома смог
выйти. Ну и естественно и герои, у которых есть защита, иммунка от стана. Так, это хорошо. Это мы потом пройдем. Давайте еще пару героев. Пару пачек. Вот. Ну, тут очень хорошо видно. То же самое происходит в лабиринте. Она без проблем шатает пачки. Главное дать ей возможность первой ударить. То есть надо либо Дрейка, либо Малыша Ника ставить, чтобы они хотя бы там либо застанили, либо заморозили. Бигфут тоже неплохо смотрится. С Ремкой он сразу морозит, и тогда она уже включается и дает свой стан. Урон, как видите, тоже нехилый. Конечно, с ремочным вариантом можно было ставить психощит. Тогда она была не такая уязвимая к стану, к той же самой заморозке. Но и такая сборка, в принципе, тоже себя неплохо показывает. Так, сейчас надо ушатать демона. Так. Если там собирать данного героя, можно там Ремку ставить, Бог войны. Можно попробовать гневный крит, но смысла как бы особого нету. Можно собрать ее с каменкой, чтобы она дольше стояла, так как у нее баст есть. Сделать ей хорошую защиту, плюс ремка, тоже будет неплохо. Но все-таки лучше ставить ей сразу атакующий талантик. Это бог войны, тогда она у вас будет собрана на максималку по урону. И как видите, она себя оправдывает в этом. Так, ну давайте попробуем на волне. Волну, а посмотрим, кто тут у нас. Так, ну нижних понятно, сейчас посмотрим дальше. Тут Валька у нас есть, она будет ее все время заряжать. Вот она неплохо стан раздает героям в зоне. Кто там у нас? Тыква слилась уже. Да, тыковка слилась. Вот так вот атланты зарядились. И все об атлантов посливались. Так, хорошо. Давайте еще ее потестируем на подземках. Так, есть, побежали. Давайте 2-1. Попробуем так вот. Тыкалка и лево. Все, тыкалку слили, ну. Как видите, она сносит неплохо, но рандомно бьет.
Еще разок попробуем заходик. Так, тут снесли. Тут делаем заморозку. Я что-то не понял, как это мы попали в свою заморозку, каким это образом. Ну да ладно. Бывает, в общем. Ну, неплохо, неплохо, смотрите, по 500 тысяч прилетает. Ну, смотрим, сможет ли она затащить. Самое главное, чтобы она правильно ударила. Но тут сейчас в центре куча героев, и нам, скорее всего, просто не дадут пройти. Ну, круто, круто разбирает. Две зоны, это, конечно, уже покруче. Это не одна. Ну, шансы есть. Если, конечно, сейчас разберем центральных. Но там тыква, минотавр. Они могут с одного этого ушатать. Еще и суккуб. Не, наверное, тут без вариантов. Да, видите, немножко не туда ударили. Жалко, конечно. С ворожаем тут без проблем должны затащить. Вот так вот. Так, давайте попробуем. Интересно посмотреть. 5-10. Правда, тут особо героев мы не убьем таким составом. Так, есть. Побежали еще 5-10 потестим. Раз, два. Начиная с хранителя всех выпускаем. Смотрим. Ну, смотрите, урон неплохо проходит. Тут сейчас у нас череп. Или не успеет. Нет, череп не успел. Прикольно. А тут сейчас ее снесет атлант, наверное. Да. Атлант, конечно, нам помешал. Сейчас об атланта даже хранитель сольется. Но все равно неплохо. Вот так вот злобный атлант все испортил. Давайте еще разок попробуем. Да, после 12 скилла герой реально ожил. Потому что ранее она использовалась не так часто. Сейчас с двумя зонами она реально очень кайфово будет в любой пачке смотреться.
Так, есть. Ну, побежали еще один разок затестим. Попробуем. Ой, я не успел заморозку кинуть, ладно. Попробуем так сделать что-то. Череп нас разобрал. В принципе, она тут одна. Ну, можно позадротствовать прийти, но смысла не вижу. Вот такой вот у нас был герой на обзоре. Не знаю, я, честно говоря, доволен такой сборочкой. Оправдывает себя, очень хорошо показывает на PvP-локациях. Все, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Качайте Леди Лео, реально кайфово после 12 скилла. Будет смотреться этот герой. Все, всем пока.